Здорово, ребята. Это первый лукойник, как дела? Нормально. Ну вот тут с утра немножко сидим за компьютером, смотрим, что куда. Пишем статьи новые, записываем видео, делаем музычку. Смотрим финансовые рынки для вложения. Ну немножко сейчас, что мы видим на финансовых рынках. Значит, упал у нас, что... Доллар по отношению к китайскому юаню немножко вот понизился. Сейчас мы имеем USD CNH 7.091. То есть упало. Да. Упал американский доллар по отношению к китайскому юаню. Да, вот эти, то есть мы видим сейчас определенное движение на рынках. То есть, ну, следим за рынками, потому что если вы следите за рынками финансовыми, вы знаете, куда надо вкладывать деньги, капитал. Да, чтобы его приумножать. Да, то есть в этом заключается, в принципе, вложение капитала. Да, инвестинг, вложение капитала. Ну что, вот нормально. Качаемся. Вот, смотрите, видите, мышца. Качаем бицуху, кушаем, купаемся, все делаем. Чистенькие, все четенько. Занимаемся. Музычку. Вот PearlLocoX. Везде я. Вот Spotify-чики и YouTube-чики. Хорошо. Идет неплохо. И вот блогинг. Видеоблогинг тоже я это очень люблю. То есть помимо. Ну давайте можно зачитать какую-нибудь статейку, например. Так. Вот вы знаете, я много чего пишу. Ну вот вы знаете, я пишу много на тему интерпренерства и бизнеса, то есть ведения своего бизнеса, да. Вот смотрите, давайте вот прочитаем некоторые из Урисаксона. В бизнесе главное движение. Главное, чтобы в наших бизнесах происходило постоянное движение. Постоянное движение и продвижение в наших бизнесах приносит нам большой успех и деньги. Это как вода в речке, постоянно течет и генерирует электричество через турбинку и динамо, а не стоит на месте, как в болоте. Протечная вода есть жизнь. Так и протечный контент, продукты и услуги в наших бизнесах являются жизнью и успехом наших бизнесов. PearlLocoX Production 2024. Вот написал такую короткую статью. Интересно, да? Неплохо. Вот, вот так излагаю мысли, да. Пифагор. Излагаю мысли изящно. Пифагор. Да. Ну вот, в принципе, понимаете, ну вот музычку свою продвигаю, слушаю свою музычку, то есть она у меня постоянно играет. Вот. Ну вот, вы знаете, людям понравилась песня «Патотитос», то есть вот «Патотитос» по каким-то признакам, вот понимаете, она вышла в топ. Топ-хит-парад. Топ-хит-парада и фактически, то есть это топ. Вот, вот она, Патотитос. Вот это Патотитос, который звучит сейчас. Вот она людям нравится, понимаете, она что-то в ней есть такое, что людям нравится данный трек. То есть, что это значит? Это значит, что надо делать, мне надо делать треки, даже похожие на Патотитос, то есть похожие, да. Ну что, также занимаемся медитацией. Медитация тоже важна, вот, понимаете, вот просто с утра вот сесть, например, и просто вот так вот. Понимаете, вот немножечко просто набрать воздуха и таким образом немножко успокоить свои мысли, да, это тоже, это техника, медитация, понимаете, все это очень это полезно, потому что когда наш мозг, интеллект находится в определенном спокойствии, и у нас не так много мыслей в голове, мы чувствуем себя лучше, мы устаем меньше, мы становимся более продуктивными и более счастливыми. То есть, в принципе, думать-то, в принципе, вообще не надо, на самом деле. Надо находиться в mindfulness, то есть в постоянном
присутствие, максимального присутствия здесь и сейчас. То есть это достигается с помощью медитации, йоги и других духовных практик. Ну вот медитация. Медитация — это просто вот расслабление мышц, тела, лица, расслабление. И вы просто observe your mind, you observe your thoughts. Observas tu mente, tus pensamientos, y no creas nuevos pensamientos. You don't create new thoughts, you just observe your thoughts, and you don't create new thoughts. Вы просто смотрите на свои мысли, и вы не создаете новые мысли, а вы просто на них смотрите, как одна мысль пришла, потом она уходит, приходит другая. И таким образом, мы превращаемся в наблюдателя наших собственных мыслей. И наблюдаем свои мысли. И таким образом становимся счастливее. И у нас все идет все лучше и лучше. Поговорили. Давайте. Рад вас приветствовать. Мое имя PerroLocoX. Слышите меня в Spotify и других платформах. У меня на данный момент 180 треков уже. Я сам делаю свои биты и продюсирую себя. Так что, пожалуйста, слушайте мою музыку, наслаждайтесь. И успехов в бизнесе. И во всех, так сказать, чтобы вы были счастливы. Будьте счастливы, будьте успешны, будьте богаты, чтобы у вас все было. everysax.com. Спасибо, что смотрите меня. Намасте. Thank you. Gracias.